вратарскую позицию красно-белых по ходу этого матча, потому что нередко примерно по половине игрового времени проводили по ходу этого сезона Пархоменко и Баженов. Павло Маркос против Павла Баженова. Удар и блестящий сейв Павла Баженова. Последний момент выбросил левую руку. При этом и в том числе подозревая, что мяч может нырнуть вниз и отскочить от песка. Старался и подобные рикошеты проконтролировать Павел Баженов.